Театральний мікс одразу з двох казок представила трупа Гомельського обласного драматичного театру. Правда, не на своїх подмостках. Спектакль «Буратіна» у Ізумрудному городі побачили вихованці у Луковської допоможної школи-інтерната. Гэты показ став часткою буйного доброчинного марафону, примеркованого до святкування Нового года. Новый год – это всегда надежда на что-то лучше, всегда надежда на сбывание мечты. Ну и куда, как не сюда, мы приехали в преддверии этого праздника. Наша большая театральная семья в эту семью детскую мы решили подарить вот свой подарок, потому что в силу обстоятельств эти ребята обделены какого-то такого более яркого, чем другие, встречи Нового года. Ну и как мы могли забыть наших самых дорогих, самых маленьких зрителей. Историю про пригоды Буратино, Мальвина и Соломяного Пудила уже убачили у многих школах и дитячих садках. На протягу этого года артисты презентовали спектакль по всей области. Тут же его представили у першиню. Наши дети сегодня очень рады, потому что ждали давно этого события. Поэтому очень большое спасибо всем. Мы посещали разного рода театры и у них на сцене, и в театре кукол. Вот. Но вот сегодня впервые на нашей сцене мы будем уже встречать наших гостей. У целом история сотрудничества школы-интерната с драмтеатром началась еще 4 года тому. Зараз тут виховується 132 дитяти с особливым лёсом, которые завсюду были жаданными гостями у стенах областного театра. И таких встреч отбылось уже немало. Особливостью ж гэтай стал не только приезд самих артистов у школу-интернат, але и незвычайный подарок театрального коллектива. Усім вихованцам артисты поднесли удар вялізнага двухметрового снеговика. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».